Всем добрый вечер, ребята. Как ваше самочувствие, как давление сердцебиения? Вы на канале Mukbang and Life. Mukbang – жизнь. Mukbang – это еда на камеру, общение на разные темы. И все, кто не подписан на канал, попрошу подписаться, чтобы не пропускать новые ролики. Те, кто со мной всегда, всем спасибо. Всем огромный привет. Привет моим модераторам. Вот. Галина Мукарамова, Катя, Кира Лайк. Ну и также привет всем, кто самый активный на моем канале, кто оставляет комментарии. Особенно делаю и передаю приветы по последним видео. То есть оставили комментарии под последним видео. Передаю вам привет. Вот. И хотел привет передать Анастасия, Настя Лайф. Это свой YouTube канал ведут ребята на YouTube, да. Наталья тоже канал. Поэтому кто, скажем так, внимательный, тот знает, о ком идет речь. Потому что я веду на своем канале стримы, да. Вот, и те, кто со мной, те всегда в курсе всего, что у нас происходит. Ну что, ребята, перекусим. Приятного аппетита. Также канал Обед. А вот тоже Mukbang у него на канале. И всем остальным привет, ребята. Все, кто со мной, всем привет. Сегодня жареное крылышко на сковороде, вермишель. Овощной салат, сметана добавлена и чесночок. Чесночок у нас. И погнали. Приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать, откуда вы, если мы еще не знакомы. Но если мы знакомы, не забудьте написать вопрос, который вас интересует. Обалденно. Крылышко куриное. Конечно, не взял другую тарелку. Для костей. Но ничего. А, я тут, а ты где? Что, зайчик? Что, Буба? Типа, клади сюда. Зайчик, там ничего нема. Я ж тебе давал только что соломку давал. Все. А где мы с шариками играемся, игрушками? Вот там, да? Да, там. Сейчас я докушаю и пройду, будем играться, да? Будем? Маленький. Ты сейчас внесешь всю аудиторию. Давай, не балуйся, иди в комнату, я сейчас пройду. Уже помощник пришел. Требует внимания, уже хочет играть. Я только с работы пришел и вот ем только. Ты покушал, маленький? Нет. Як це ні? Ти ж перед цим їв. Папа тобі мороженое купив. Купляв мороженое? Да. Помимо мороженого ти що їв? Вермишель їв? Да. А ты кажешь, не. Ты забыл, да? Да, понятно. Папа. Зайчик, если ты не хочешь, ты клади, если ты не хочешь соломку. Ну, папа покушает, а потом, папа, ну, тебе что ты хочешь, граться?
Не трогайте, не можна. Не можна. А подай буде баба. Да? І буде бабах. Ти ж не хочеш бабах? Да, шарик, бери. Наскільки кожному хочеться внимання, да? Ну це... Не тільки ребенку, но і взрослому чоловіку. Каждый радуется, когда ну, ты человеком дружишь, помнишь о нем, звонишь. Не забываешь. Не самое с детьми. Но детьми не только подарки, но самое важное внимание. Подарки забываются, а воспоминания, где папа был, остаются надолго. Я забыл со хлеба взять. Хлеб есть, но забыл взять. Да, да. Угу. Ты соломку складываешь, да? Мама. Не, зайчик, мини, ручки давай, ой, молодец, давай мини-мини, руки давай. Папа руки вытри, да? Ты правильно напомнил. Зайчик, клади сюда. И не только руки, думаю, чем вытерть руки? Не знаю, у меня вот сейчас лето, то я... Салаты вот это каждый день практически. Можно просто салаты и все. Несе. Зайчик, подожди пока. А что такое? А туда, да? А куда ты хочешь? Ты в комнату хочешь? Да. Ну сейчас я заканчиваю и прийду до тебя. Ты хочешь, чтобы я тебе включил какой-то мультик, да? Ага, понял. В латинике? В латинике? Да? Ты танцуешь, маленький? Зайчик, а ты что там? Мама. Ага. Папа! Только мама. Да-да-да. Папа тут. Папа крылышки не может от них оторваться. Что, ребята, всем приятного аппетита, хорошего вечера. Напишите, что у вас сегодня в меню. Вот. Самое главное, позитива, добра. Не падайте в ныне. Находите
и смотрите что-то положительное для души. Всем пока.